Эльмира, как вам понравился выбор начальника? Смущает. А что именно? Ну, я привыкла в брюки, свободно, а вот что-то вот тут вот мне такое ощущение, что я полураздета. Нет, во-первых, вы не полураздеты, потому что платье достаточно длинное, у вас отличная фигура. Шикарно. У вас все очень прикрыто. Я вам советую, конечно, задуматься над образом. Считайте, что это дресс-код, возможно, не для ресторана, потому что выходить так клиентам негоже. Но как коктейльный вариант ради удовольствия глаз вашего начальника. Выслушаем сейчас мнение нашего независимого эксперта. Сегодня у нас в гостях певица Варвара. Что скажете? Мужчина знает, что выбирать. Конечно же, красный цвет, и он яркий. Для женщины это подчеркивает, конечно, индивидуальность. Вам идет красный цвет. Единственное, что я бы вам посоветовала поменять колготки, более светлый оттенок. И вот, если честно, то цвет цветом, но фасон немножко не ваш. И вот эта вот Розальда, которая вот здесь вот на поясе, наверное, она тоже как-то вот не подчеркивает вашу фигуру. А все остальное, почему бы и нет? Платье красное, я думаю, что у каждой женщины должно быть такое. Правильно, спасибо большое, спасибо. Ступайте переодеваться, дорогая. Слово Надежде Бабкиной. А мне нравится, вот так, если честно. Самвел знал, что подбирал. Фигура у нее шикарная. Я считаю, что это очень достойно уважения и аплодисментов. Молодец, я поддерживаю. Спасибо большое. Мнение Эвелины Кромченко. У нашей героини чудесная фигура, у нее великолепные ноги, у нее такие сухие компактные бедра, которым может позавидовать любая женщина. Поэтому ей, конечно, можно носить облегающее платье, совершенно не обязательно делать напуск на животе, который это платье могло бы подарить даме, ищущей, как бы скрыть свои маленькие рельефные особенности. Роза действительно, я согласна совершенно с нашим независимым экспертом, здесь абсолютно лишний, потому что у нашей героини очень сильные черты лица, и розан по размеру, напоминающий размер груди, становится совсем уж излишеством в рамках особенно платья красного, которое привлекает внимание. Но, конечно, особенно я хочу подчеркнуть удручающий цвет колготок. Нас часто спрашивают, какие колготки, вот вы с Александром Васильевым все время ругаете и говорите, что они трупного цвета. Вот вы посмотрели на эти? Вот они это и есть. Спасибо большое. Эвелина, второй выход нашей процедуры. Пожалуйста. Эльмира, это ваш выбор, правильно? Да. Ну, это тоже, в принципе, неплохо. Я не вполне уверен, что вам нужно, чтобы блузка из-под этого жакетика так выглядывала, потому что это несколько режет ноги. Но, в принципе, цвета вполне удобоваримые. В этом комплекте нет ничего ужасающего, как нет ничего очень прекрасного. Вы заслуживаете большего, дорогая. Выслушаем Варвару. Ну, это, так скажем, такой осенний комплект, потому что горчичный цвет полувера, и полувер мне очень нравится. Я вообще любитель таких цветов, такая легенда осени получается. Александр все правильно сказал. Вот эта кофта, которая торчит из этого полувера, она, ну, в общем, да, ее, наверное, лучше или заправить, ну, как-то, в общем-то, подумать над этим образом, довести его до ума. Очень гармоничные брюки, в общем-то, достаточно такой спокойный. Я бы еще добавила сюда, может быть, какой-то шарф такой осенний, какую-то сумочку. Ну и, конечно же, осенний такой макияж. Вот такая леди осень. Спасибо большое. Присаживайтесь, переодевайтесь за кулисами. Надежда, ваша оценка? Ну, конечно, Эльмире, наверное, не просто дается наша программа и выход на подиум. Она же озвучила. Мне очень удобно ходить в брюках, в платье, как будто это вообще не мое. Она, наверное, пытается это каким-то образом прикрыться, спасать себя. Цвета вроде хорошие. Не хватает аксессуаров, не хватает праздника на лице. Поэтому я искренне желаю экспериментировать по-боевому, посмелее, что ли. Вот где-то так. А так она красавица. Просто
просто роскошная женщина. Спасибо большое. Слово Эвелине Хромченко, эксперту моды. Действительно, Эльмира очень красивая женщина, и тем грустнее видеть наряд, который она выбрала для себя. Он не показывает, какая у нее стройная фигура. Он скрывает от нас ее линию талии, делая именно эту зону максимально широкой во всем комплекте. Он перечеркивает ее грудь, превращая верхнюю часть ее тела в квадрат. И при этом у нее довольно крупные черты лица, и сплющенный верх для нее совсем не нужен, потому что сразу же голова начинает выглядеть еще больше, лицо начинает выглядеть невыразительным, как это было, например, в предыдущем варианте, а тяжелым. Это совсем не тот эффект, который мы ожидаем от одежды. Одежда женщину должна украшать. Да, она должна быть удобной и комфортной, этого никто не отменял. Но она должна женщину украшать, потому что женщина создана для того, чтобы одежда ее украшала. И, конечно, красивая женщина Эльмира обязательно должна вкладывать деньги, а она, между прочим, мама троих детей, исключительно в одежду, не только полезную, но еще и красивую, поскольку ей совсем мало лет, и поскольку перед ней новые отношения. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас посмотрим на компромиссное решение. Я вижу, вы любите красный цвет, или это выбор вашего директора? Конечно, это его. Самвела. Самвела, да. Ему очень он нравится. Давайте посмотрим, что внутри. Снимите пальто, будьте любезны. О, платье. Маленькое черное платье, традиционное платье по фасону. А платье 60-х годов. Это ваш выбор? Да. Ну, вот. Почему бы и нет? Но странно, что вы выбираете платье с таким цветом колготок. Давайте вы пойдете за кулисы, снимете и выйдете, и мы увидим все, насколько лучше. А пока мы выслушаем мнение нашего независимого эксперта, певицы Варвары. Вам понравилось это платье? Нет. Почему? Ну, потому что вот оно не из тех платьев, которые должно быть, которые называют must-have, да? Вот маленькое платье Шанель, оно немножечко другое. Во-первых, я не люблю голые руки, потому что руки, если они голые, то они должны быть идеальные. Они должны быть сухие, они должны быть с рельефом, поэтому я все время отношусь вот к голым рукам как-то, но на меня это действует все время устрашающе. Потом я хочу сказать, что пальто и это платье, оно существует совершенно раздельно. То есть отдельно. Отдельно пальто, его можно носить с брюками. В принципе, цвет неплохой, достаточно яркий. Видно, что мужчина выбирал. Вот. Ну, в общем-то, какие-то, наверное, классические или широкие брюки к нему должны быть хорошо. Вот. К этому платью я бы его, честно говоря, вообще бы вот просто убрала бы из гардероба, потому что оно мне не нравится. Спасибо большое, Варвара. Спасибо. Спасибо за то, что вы пришли к нам.